сейчас без монтажа, без всяких обрезок, без накладок попытаюсь рассказать про Citroen Jumper L1, H1. Я сдаю фургоны в аренду. Могу сдать их с выкупом, могу просто их сдавать на месяц, два, три. И кучу-кучу фургонов уже у меня было. Значит, стараюсь работать только с Citroen Jumper'ами, боксерами, ну и какие-то, может, каблучки там. Про каблучки я потом видео спешу. Вот, спешу, запишу. Не буду я ничего вырезать, никакие оговорки. Значит, Citroen Jumper, движок 101 лошадь. Мне нравится, чем эти машины. Они друг друга заменяют. Запчастей вообще проблем нету никаких. На разборках замена. Мало того, что внешне одинаковые, так они и внутри абсолютно одинаковые. Есть похожие машины Fiat Ducato, но на самом деле они вообще другие. У них движки от Iveco, по-моему, стоят. Я стараюсь их не брать. Если брать, то только 2012 года. Так вот, ситрики и боксеры. У них есть пятиступка, коробочка, как у меня сейчас. И есть коробочки. Есть коробочки шестиступки. Это уже с 2012 года. На самом деле, если вы ездите до 120 км в час, да пофигу вообще, 6 или 5 ступ. Ну, если вы любите погонять, поднажать, может быть, какой-то груз много возите. Движок один и тот же, но выдает 131 лошадь. И отсюда и коробка, на них уже 6 ступ. Там и кондиционер есть в комплектациях разных. Но эта машина не для съема кого-то, не для комфорта. Это машина, чтобы зарабатывать деньги. Вот именно этот экземпляр 2008 года, машины с 2007 по 2011 год для меня одинаковые абсолютно, все пятиступочки. Тут цена зависит только от состояния. Вот сейчас спокойно мы едем, поэтому я спокойненько расскажу. Значит, при пробеге, сейчас вот покажу. Нету пробега, где пробег-то. В общем, пробег 399 тысяч, и одометр останавливается. Удивительно на самом деле, но во Франции считают, видимо, что машине пора в помойку. У нас же она продолжает ездить еще 400 точно, если машину нормально обслуживают. А мы нормально машину обслуживаем, не 10, не 12 тысяч замена, все по 8 тысяч. 8 тысяч прошло, все надо заменить. Хер с ними, с этими 2000 пораньше, но менять все, сеточки, менять фильтра, все, вообще не жалеть эти там копейки, 1000, 2, 3, 5, чтобы потом не встать на форсунки и на ремонт движка. Форсунки здесь рублей по 20 новые, ремкомплект там что-то, может, 13-15, но не суть. В общем, лучше этим не заниматься. Бак огромный, на 4000 дизель полностью заправляется, на 20-й год цены 47, вот, ну где-то 90-100, наверное, где-то так. Расход фигня вообще, 6-7 литров, вот именно на этом экземпляре 6-7, потому что форсунки недавно ставили новые. Что еще можно сказать? Постоянно мелочи, может, какие-то будут напрягать. Вот там стеклоподъемник не работает. Что тут еще, какая-то вот кнопочка, печка бывает на четвертом положении работает, а на всех остальных нет. Ну, это там отдельные особенности. На четвертом одну херню надо менять, на других надо другую. То есть, ну, это мелочь, это там 2-3-5 тысяч все это стоит. Движок можно на разборке от печки, там, к примеру, за 2000 рублей взять. Все доступно, заменяемо. Можно новые брать, цены вообще адекватные, ждать ничего не приходится. В этом плане коммерческий транспорт у французов прекрасный, в отличие от обычного транспорта, где на самом деле просто порнография. Две руки не залезут ни в одно место, очень похожи на немецкие они машины. А коммерческий транспорт у французов прекрасный. Так, что еще можно рассказать по функционалу?
Лучше брать, конечно, чтобы сзади две боковые двери было. Две купешки, я имею в виду. Это в идеале. Ну, если не принципиально, то берите с одной. С двумя дверьми они прям хорошо потом продаются на вторичном рынке. Так, что еще? Любит заламываться задняя левая дверь от сильных закрываний российскими руками. Вот ломается она там, приходится варить ребро жесткости, поэтому лучше не хлопать. Пластиковые ручки довольно-таки крепкие и на купешной двери, и на дверях боковых. Очень удобно ездить на дальние расстояния. Машина реально валит очень хорошо. Идет ровно. Можно 18-е колеса ставить от BMW. Разболтовка подходит. Ну, соответственно, можно и другие колеса какие-то втыкать от бумеров. Удивительно, на самом деле, это приятно. Да, да, привет. Тебе тоже привет, меня не жалко. Вот на этой машине, на фургоне, можно вот такой Гелендваген купить за год при правильном использовании. Я реально говорю, не то что себя купить свою стоимость, а реально купить какой-то гелик. Поэтому машина, не теряющая в цене, мало того, что приносящая хорошие деньги, надежная, относительно комфортная. Есть версии, вот как у меня, с тремя сиденьями, есть версии с пятью сиденьями, но они имеют меньший багажник. Там сзади на боковых прозрачные стекла стоят. Ну, это так уже куда-то на море удобно съездить. Ну, для работы кому как. В общем, версий здесь хватает. По Fiat Ducato, почему не беру Fiat Ducato в аренду сдавать? Движок более дорогой в обслуживании. Кузовные запчасти подходят только с 2012-2013 года, когда фиатики делают. Поэтому, ну, Peugeot Boxer и Jumper для меня имеют приоритет. Можете заказывать. В Москве на данный момент есть 4 автомобиля. Вот на декабрь 2020 года свободные. Свободные от 2008 года до 2012. Есть даже рефрижератор. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, заказывайте. Спрос на это дело есть. Цена адекватная. Сделаю цену меньшую, чем у любого. Вот если найдете дешевле, я вам еще уступлю. Всем пока. Что-то, если непонятно, извините.